В это воскресенье гость программы «Живи и здравствуй» главный санитарный врач Витебской области Владимир Алексеевич Сенкевич расскажет о кишечных инфекциях, заболеваемость которыми, по статистике, увеличивается с приходом теплой погоды. О том, как правильно собираться на пикник, мариновать и заправлять продукты, хранить их в отсутствии холодильника и соблюдать элементарную гигиену. Из рубрики «Формула здоровья» узнаем, как санитарно-эпидемиологическая служба региона следит за торговыми объектами, пунктами общественного питания, за соблюдением норм в учреждениях образования и не только. В рубрике «Спроси у врача» зададим специалисту самые популярные вопросы о кишечных инфекциях и узнаем, почему они так опасны. В рубрике «Фитоаптечка» учащиеся Витебского государственного медицинского колледжа имени академика Антонова расскажут о лекарственных свойствах мяты перечной и покажут способы приготовления целебного настоя. Из рубрики «Медицинский календарь» узнаем, где в Витебске появилась новая аллея из туй, ели и каштанов и при чем здесь работники здравоохранения. А также нас ждет увлекательная история профессионального пути замечательного врача-лаборанта, заведующего лабораторией вирусологических исследований и диагностики ВИЧ-СПИД Татьяны Мефодиевны Горедовец. Смотрите, живите и здравствуйте в воскресенье в 11:00 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.